Свердловская область расположена в самом сердце России, на границе Европы и Азии. Ее евразийское положение не могло не сказаться на формировании уникального исторического и культурного наследия. На Среднем Урале выявлено около 3000 недвижимых памятников истории и культуры, археологии, архитектуры, зодчества и монументального искусства. Началом градостроительства на Среднем Урале считают конец XVI века, когда возникла первая столица края – Пилым. В 1597 году начато строительство города Верхотурье, духовной столицы Урала. Затем стали строиться города-заводы – Невьянск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил и другие. Их сооружение связано с именами Петра Великого, а также горнозаводчиков Демидовых и Яковлевых. Первые уральские города пропитаны энергетикой Петровской эпохи, особой заводской аурой, свойственной работному люду. Так, к примеру, Екатеринбург начинался с плотинки на реке Исеть. Основой развития города стали 4 завода с поселками. Дома размещались по красной линии улиц, что требовал указ Петра I от 1715 года для Петербурга. В 2000 году уральская столица была причислена институтом Клода Лиду к 12 идеальным городам мира. Памятником истории и культуры областного значения является старый железнодорожный вокзал, сооруженный в 1878 году по проекту архитектора Шрайберга. Сооружен в русском стиле с элементами псевдорусского. Перед зданием нового Екатеринбургского вокзала, сооруженного в 1914 году, установлен 14-метровый знаковый монумент, посвященный героям войны, воинам 10-го гвардейского уральского добровольческого танкового корпуса, который прошел боевой путь от Орла до Праги, и 38 бойцов которого стали героями Советского Союза. Урал – опорный край державы. Ее добытчик и кузнец, ровесник древней нашей славы и славы нынешний творец. Бронзовые фигуры рабочего и танкиста подчеркивают единство фронта и тыла и установлены на стилизованном танке-постаменте из полированного уральского гранита. Через 3 года у памятника золотой юбилей, ему исполняется 50 лет. Свежей краской сверкает отреставрированный перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества памятник федерального значения «Дом Севастьянова», расположенный на набережной Труда. Каменное трехэтажное здание с угловой ротондой и бельведером находится в историческом центре уральской столицы. Несмотря на свои внушительные размеры, здание кажется легким и нарядным. Его возраст составляет около 2 столетий. Наиболее часто встречающийся мотив – стрельчатая арка. Из готики почерпнуты формы полуколонок, фронтона над главным входом, окон и декора наличников. Этот каменный дом – уникальный образец в стилевых формах эклектики, аналогов которому нет на Урале. Рядом с домом Севастьянова расположен объект федерального значения – здание аптеки горного ведомства. Каменное двухэтажное здание, в центре которого выступ с мезонином, возведено в 1820-х годах по проекту известного уральского архитектора Малахова. Это здание относится к числу лучших памятников классицизма в городе. Сейчас в этом здании располагается областной музей истории ювелирного и камнерезного искусства. Здание уникальной городской усадьбы Железнова не имеет аналога ни в одном из городов Урала.
Здание построено по проекту пермского архитектора Турчевича. Усадьба Железнова построена в 1895 году из красного кирпича в стиле рюс и является вариацией модерна на тему древнерусского зодчества. Она состоит из жилого дома, флигеля и ограды. Объемному решению дома присуща асимметричность. До революции дом принадлежал Железнову, богатому предпринимателю, золотопромышленнику. Здание Свердловской государственной филармонии, бывший деловой клуб, проектировалось и строилось с 1914 по 1927 годы. Автор проекта – архитектор Полков. А последующие изменения в проект внесли известные уральские зодчие Бабыкин, Валенков и Коротков. Барельеф на главном фасаде сделал преподаватель Уральского художественного техникума Лямин. Вертикальность членений и пластичность вносят монументальные колонны и полуколонны, большие окна и обильный скульптурный декор. Это здание – образец зрелищного сооружения начала 20 века. Рядом со зданием филармонии расположено каменное двухэтажное здание городского общественного собрания. Дом был построен в середине 19 века. Его неоднократно перестраивали и реконструировали. От первоначального облика сохранились лишь часть южного фасада с мезонином и композиционная схема с портиком правой части западного главного фасада. Повторяющимися элементами являются арочная форма окон и арочные рельефы. В настоящее время в здании размещен учебный театр Екатеринбургского государственного театрального института. Водонапорная башня, или Белая башня, была возведена в 1929 году при строительстве соцгородка Уралмашзавода для снабжения питьевой водой. Ее проектировал уральский архитектор Рейшер. Башня высится на окраине Уралмаша, четко читается в свободном пространстве и в перспективе. Объем башни представляет оригинальную композицию цилиндрического по форме бака, врезанного в него с северо-запада и более высокого параллелепипеда лестничной клетки на свободно стоящих квадратных в сечении опорах. Водонапорная башня – один из ярких образцов промышленной архитектуры советского конструктивизма. Город Невьянск в 18 веке называли колыбелью уральской металлургии, а затем столицей царства Демидовых. Визитной карточкой, символом города является расположенная на территории завода знаменитая многоярусная наклонная башня Демидовых с часами-курантами. При взгляде со стороны башня вызывает светлые чувства, ощущение полета. Автор проекта башни неизвестен, строилась она крепостными мастерами Демидовых. Подобных сооружений не было во всей истории русской архитектуры. Одна из гипотез наклона башни – это близость пруда и грунтовых вод. Из-за них почва осела, и башня отклонилась от вертикали. Невьянская башня пополнила список известных падающих башен – Пизанской и Болонской в Италии, колокольни Иоанна Предтечи в Ярославле и других. Уникальным культовым сооружением, жемчужиной в храмовом ожерелье Среднего Урала, вмещающем более 2000 человек, является Спасо-Преображенский собор в городе Невьянске. Его строительство началось в 1824 году. С колокольней собора связана одна легенда. Якобы пожелали заводчики, чтобы она была выше Демидовской башни. Строили, а она все равно ниже. Пришлось им еще шпиль с крестом надставить. Воздвигли собор в 1829 году. Его высота по кресту составляет 64 метра, и сегодня эта колокольня является самой высокой на Среднем Урале. Здание электростанции, уникального памятника индустриальной истории, культуры и архитектуры, сооружалось в 1905-1915 годах. Главный юго-западный фасад асимметричен. Первый этаж электростанции используется для экспозиции «История Невьянского края». Сочетание архитектурных стилей, характерное для второго по населению и промышленному значению города области Нижнего Тагила. Нижний Тагил – кузница уральского железа.
Его ядром, главной ценностью является бывший Демидовский металлургический музей-завод с огромным количеством экспонатов в Доменном, Мартеновском и прокатном цехах. В середине 18 века по техническому оснащению и объемам производства завод был лучшим не только в России, но и в Европе. В 1989 году на его основе создан Нижнетагильский муниципальный музей-заповедник «Горнозаводской Урал», имеющий в своем составе 12 музеев. Превращение завода в музей является признанием огромного вклада Демидовых в развитие отечественной и мировой индустрии. Привлекает гостей города и дом Черепановых, в котором размещен историко-технический музей. Дом построен по проекту Демидовского крепостного Чеботарева в начале 19 века. В этом здании жили крепостные изобретатели Черепановы – Ефим Алексеевич и его сын Мирон Ефимович. В 1834 году они изобрели первый в России паровоз и первую железную дорогу, связывающую медный рудник с Выйским медеплавильным заводом. Дом представляет собой прямоугольный двухэтажный особняк с подвалом на бутовом фундаменте под четырехскатной металлической кровлей. К нему примыкает двухэтажный пристрой сеней. Главным является восточный фасад. Крепостные механики, талантливые изобретатели, отец и сын Черепановы, внесли огромный вклад в создание различных механизмов, опередивших свое время. На Театральной площади в 1956 году установлен памятник отцу и сыну Черепановым, работы скульптора Андрея Кондратьева. Закладка памятника состоялась в марте 1953 года в связи со 150-летним юбилеем Мирона Черепанова. Монумент стал одной из главных достопримечательностей Нижнего Тагила и является первым памятником изобретателям паровоза в России. Уральской гордостью можно назвать уникальные архитектурные объекты церковного назначения. Патриарх городов области, его духовная столица Верхотурье, был заложен в 1598 году. Самый молодой в России каменный Кремль был выстроен в 1712 году на высокой скале, Троицком камне и с трех сторон защищен водой. Кремль – сердце Верхотурского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Жемчужина Кремля – каменный пятиглавый с двухъярусной шатровой колокольней Свято-Троицкий собор, выстроенный в 1709 году соликамскими мастерами по проекту Гусева в стиле московского барокко. Фасады собора богато орнаментированы и украшены изразцами. Рассматривается вопрос о его включении в число наиболее значимых архитектурных памятников мира. Изюминка города – православные храмы старейшего в Зауралье Свято-Николаевского мужского монастыря, основанного в 1604 году, и Покровского женского монастыря, основанного в 1620 году. Самый величественный храм монастыря – Семиглавый крестовоздвиженский собор – сооружен по проекту пермского архитектора Турчевича в русско-византийском стиле. Он вмещает более 4000 богомольцев, имеет в длину 66 метров, а в ширину и в высоту 53 метра. Особой достопримечательностью Верхотурья является дом почетных гостей. Его основа – два крупных сруба, дополненных переходом и поставленных на кирпичные побеленные палаты. Дом почетных гостей является ярким образцом деревянного зодчества начала 20 века, выдержанным в духе русского народного творчества 17 века. Ирбит известен в России и за ее пределами уникальными музеями. Ирбитский государственный музей изобразительных искусств – единственный в России специализированный музей гравюры и рисунка. В его коллекции произведения итальянской, фламандской, голландской, немецкой, французской, английской, испанской и других национальных школ. Строительство дома купцов Казанцевых велось с 1889 по 1894 год. В композиции выделяется ризалит, увенчанный куполом со шпилем. Главный фасад здания асимметричен, правое крыло длиннее левого. Над главным входом балкон с легкой кованой решеткой. Это здание является образцом крупного городского особняка Ирбита конца 19 века. Памятником истории и культуры является здание торгового корпуса. В нем тоже находятся произведения искусства, музея гравюры и рисунка.
Торговый корпус был построен в 1890-х годах. Первоначально здание было одноэтажным. В 20 веке был устроен второй этаж и мансарда. Это здание является образцом крупного торгового сооружения Ирбита конца 19 века в духе эклектики. Палитра объектов культурного наследия каменного пояса многообразна и уникальна. Мы вас познакомили только с некоторыми достопримечательностями Свердловской области. Благодаря областной государственной целевой программе «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия на территории Свердловской области» на 2007-2009 годы с общим объемом финансирования 450 миллионов рублей на Среднем Урале осуществляются крупные реставрационные работы. Восстанавливаются десятки выдающихся произведений зодчества. Имеющийся потенциал работы в области позволит не только улучшить охрану памятников, но и активно использовать их в создании привлекательного имиджа нашего региона.